приедем, меняйте там. Так, ну, вот такой может быть страшно. Все, на вас приедем. Ну что, нормально? За паской стоит. Вот так вот нас спасают. Мы сутки были, жили в машинах. Много людей обморожено. Скажи обмороженных. Я заявляю, буду на часть, что потом скинешь. Хорошо, в интернете все увидят, вся страна посмотрит. Пальц покажи. Вот, смотрите, до чего. Сутки нас держали, не было никаких помощи, ничего. Искали они нас, на участке 20 километров буквально не могли найти. Мы прятались в сугробах. Да. Вот нас не нашли, в сугробах пиздили. Я вчера уже в колл-центр когда звонил, блядь. Идите громкую связь, включите им. Говорю, я им сейчас все скажу, что я думаю. И где мы находимся, да, что мы делаем. У меня батарейка садится. Я вчера уже всех, кто в полцентре, всех по именам узнал. Уже звоню. Санек. Бесполезно. Подъезжает. Говорит, сегодня с утра, говорит, здесь вездеход. Говорит, гору на кедре себя поднялся и пропал. Связь пропала с ним, и он пропал. Ну как сейчас так? 15 километров пробовал. Ну как так может, блядь? Ну они вчера два трактора присылали, они просто мимо нас все проехали, КамАЗ развернулись. КамАЗ подъехал, постоял, КамАЗ и уехал. Трактор также проехал, посмотрел, развернулся, обратно уехал. Вот все наше спасение. Нет, двумя бабочками дорогу бить. Я говорю, я видел, тоннели бьют. Я говорю, бейте машину, бейте, пофигу. Пускай сносит, лишь бы там никого не было. Вот-вот. Это железка, блядь, она видно выглядит. Если вы, блядь, что-нибудь отморозите или что-нибудь, это все. Да нет. Вот так вот нас спасали. Сутки. Вот, Владимир Владимирович, посмотрите на свою доблестную армию спасения.